Остановитесь, подождите. Что-то горит. Видно кого-нибудь на базе? Зум херовый. Если бы видел, уже бы кричал. Просто поработай, подпитывай, я прошу. У меня сейчас левое ухо оглохнет. Там по ту сторону начнем. Беттер, по тебе обратка, по-моему, летит. Откуда? Триггера просто. 280 примерно возьмут. Где горит остров танка. Дальше него. Давайте я одну РШГ стрелю. Пуск, танк, пуск. Или беттер. По беттеру. Порядок. Турбо. Давай горит хорошо. Беттер сгорел. Да. Если сейчас они нас засекут здесь пехотку, то все правильно. Давайте пехоту быстрее туда зон. Дымовые отбрасывайте вперед. У меня закончил. Дям, донор. Давай, я над тобой.
Слава украли. Там пуск. На, по бетеру. Хожу. А что, у них тур, что ли, был? Господи, сколько здесь говна понастроено? Я зашел. Господа, перлочки на связи. Шо, как там? Доходите? Плохо, все плохо. БТР минут. Да. БТР. Водитель. БТР наши? Да, да, сгорел, да. А, ну ладно, мы так. Поехали. Если хотите, можно поставить. Так, стой. Какие нахрен свои? Это не свои. Блять, я даже не вышел из ограждения, блять. Либо кто-то справа, кто-то тебя был. Паш, кто-то справа от тебя, наверное, побежал. Да я Пашу случайно зацепил. Ну и меня, наверное, кто-то зацепил, блять. Я на поражение уже начал стрелять. Знаешь, что у меня произошло? Я, короче, а мне братцы кричат, свои, тихо. Я вижу, там не свой, он в это, в курточке, в джинсах. Думаю, какой нахрен так не это свой? Мы же получили. Это? Свой? Да, это свой. Я не могу понять, что это Зенит. Он свой. Он, видно, у нас тут. Я... Блин! 20, он не встал. Тупо не встал. Что с ним не так? Кто не встал? Алекс, из-за его с самого начала ранили танком. Я в него битого 20 морфей где-то что-то вколол. Ну, по барабану. Антон два раза промазал. Но. Не горит. Стреляет с БТРа. Да. Ну не с БТРа, а с БТР какой-то второй. Я, короче, начал хилиться. Только себе ногу вылечил, все, и опять прилетает я. У них командирский этот самый остался. Ну сейчас коронета попал, получается, по БТР. Ну я тебе могу сказать, в этом месте лучше. Да, в этом месте намного лучше. То есть тут нету вот этого. Как думаешь, спалится? Я, кстати, забыл, что тут СПГ есть у этих самых у парней. Так Зенит же, это не свой же. Зенит же говорят, свой. Он просто... свой для кого? Для атаки? Он для атаки. А мне в рацию кричат, свой. Так это я тебе кричал свой, потому что я думал, что ты меня сейчас постреляешь. А? Потому что по мне не стоп, я без сознанка упал. Вот сметане нормально в окопе лежать. Видите, пошли, я окопы делал. Вот, вот в них, знаете, я на них не заехать танку? На них нет, не заехать, это не проблема. А что так как-то? Нет, если здесь, чтобы заехать можно было, то нужно еще как-то окоп, его наклонить просто вперед надо. Но... Ну, по-хорошему, чтобы заехать, потому ёпта. Что тогда они точно приезжать могут. Не обязательно сплошни походы. Мне кажется, спалил сметану, нет? Не-не-не. Идите туда. Там просто выбрать, то есть для каждого, для каждой головы, то есть как-то ты иногда проходишь, ты иногда не поставляешь эти доски. Вот, сейчас возьми этот танк, выйдет, не знаю. Тигары убили. И тут вообще сегодня заедет, походу. Это... Да. Это зря пошел трупы лутать. То есть получается, я пытался настроить так, чтобы головой ты не игрался, но где в одних окопах там можно забить. Гранаты разрывал. Им осталось вынести танки, все, и победа. Алекс, смотри, сколько Алекс, я не знаю уже сколько лет, без сознанки, я такой ничего. О, танк заехал. Сейчас его ящиком перекинет. Ой, сейчас Антоха по своим настреляет. А у него, по-моему, закончилось. Мне интересно, чем это сейчас закончится. Собака у них еще жив, у синих. Нет, ну смотри, танк катается по территории, то есть окопа. А, там. Окопа. Антоха... Какая цель мечты? О, Зенита. Всё, хана Зенит. Не, его не видно там, в этой проблема. Я дуло им вынес, короче. Бля, нас что, слушали, походу? Да, походу слушали. А СПГ, получается, кончилось, его взорвали. Я забыл, что оно в ящике вообще есть, и забыл... А чё там за птур, слышь? Корнет.
Думаю, что там фур в меня летит такой? Я смотрю на него такой, он меня... О, смотри. Я про СПГ уже говорил вам, какая с урона была. Ну, СПГ, да, его сломали, то есть. Там... Месяц сейчас где тут будет делать просто? Антон сейчас будет, типа, зажигать там. А по танку хотя бы одно попадание было? Было. Я ему башню вынес. Не, у него работает башня все равно. На. Хорош. Не, все. Клапана убил. Он сейчас вдруг, если вылезет. Но не факт. Будет сидеть до последнего. Танк считается за двоих, поэтому миссия не рубится. Если жестоко вылезет, то тогда миссия рубанется. Не, знаешь, часть корабля, часть команды, все дела. Да. Ну вот эти окопы... Ебать, у них там окопы. Ебать. Еще зенит живой, блядь. Охуеть. Что происходит? Он что, дымоки что кидает? Да тут дымы отстреливает. Вейперы. Вейпстейшн, мне же 20 FPS стало сразу. Атака FPS, да? Да, мне даже 25. Вот эти ваши окопы, это вот самое оно, вот я чисто вот сколько окопов не строил, вот эти вот самые топовые. Ебать, Антон сейчас в СПГшку замолвил. Это, кстати, вот эти ров, вот этот, это апексовский. Это вообще что, из чего это грязь? Это апекс грязь, она вот видишь, там есть, она такие эти самые, и есть, она разбирается, то есть по структуре. Сам как грязь, вот эти. Это какие-то грядки, что ли? Нет, это типа окопы такие. На фоновой есть такие. Ой. Убили. Где он был? Так это свой тебя убил. Зенит. Надо было предупреждать своих. Я предупреждал. Бля, еще Алекс не умер. Ё-моё, я не умер. А он не умер, два трупа. Я его знаешь, сколько уже там держал? Я его пытался поднять, ему тупо пофигу. Серьезно. Я не знаю, там уже респаун только. Да, да, да. Но он. А что сейчас месяца произойдет? Мне кажется, он просто нашел чай попить типа, и все. Танк не догорит, да, пока в него еще раз не стрельну. Они могут подойти, в принципе, поискать, может, что-то в танке. Да не, там сметана, все. А что сметана? По танку стреляет, что ли? Отчаянный сметана. Они его максимум гранаты не забросают. Ну да, я знаю, Паша, я добавлю РКГ сюда. Да, побольше РШГ, богу РШГ. Нет. Побольше осколков, богу осколков. РКГ просто. Я имею в виду эти, чтоб танки выбивать. А, РКГ можно. Да. Маленький вопрос, а нормально, что там этот танк дымится, все такое, там вообще пофигу? Что? Говорю, танк дымится, вообще ему пофигу, что ли? К нему просто один раз попали и... О, Коха заряжается. А, что он делает? Коха кумуль зарядил. А у них, кстати, фугасы закончились. Бронебойный заряжает. Они бронебойные. Он по всей пехоте. Оооо. Оттуда как? Лол, победа. Тоха в сторону. Чем? А, Тоха убил. Самоубился? Кто меня убил? Иси, пацаны. А кто меня убил? Сам сдох. Ты сам. В смысле, там же мой тимат вчера.